Авария на Волге стала причиной гибели журналистки из Кинешмы. Происшествие случилось в ночь с пятницы на субботу. В моторной лодке, которая пересекала реку, находилось 7 человек. В районе Кинешмы маломерное судно столкнулось с яхтой. Капитан яхты оказал первую помощь пострадавшим. 30-летнюю женщину спасти не удалось. Погибшая работала журналистом кинешемского информационного портала 168 часов. Пострадали 5 человек, один мужчина в коме. Также в больнице находится 13-летний ребенок. Как сообщает полиция, лодка пересекала Волгу без судовых огней, поэтому капитан прогулочного катера не заметил ее. Возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе и в отношении мужчины, который управлял лодкой. По неподтвержденным данным, он был пьян и не имел прав на управление маломерным судном.